Больше нет прицепа от автомобиля. 52-летняя жительница Приволжского района Казани обратилась в полицию с заявлением, что у нее пропало дополнительное средство передвижения. Самостоятельно уехать оно не могло, уверена заявительница, тем более, что было пристегнуто с помощью троса. И сильно надеялась, что стражи порядка найдут того, кто помог прицепу покинуть место стоянки. Рамиль Шайдулин знает, получилось ли. Сам момент похищения автомобильного прицепа зафиксировали камеры видеонаблюдения. Покинуть место стоянки ему помог неизвестный мужчина. Он перекусил трос, которым было пристегнуто это дополнение к средству передвижения, и просто его укатил. Сумму ущерба 52-летняя жительница Казани оценила в 20 000 рублей. В кратчайшие сроки оперативники установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 48-летний житель города, ранее судимый за аналогичное преступление. Он признал свою вину полностью. В ходе допроса злоумышленник рассказал, что мотивом совершения преступного деяния стала нехватка денежных средств на покупку автоприцепа. Продавать то, что украл, мужчина, как сам признался, не собирался, самому был нужен. Откатил его до своей машины и просто отвез на дачу. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рамиль Шайдулин, вызов 112.